Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пус Пинк, и это первое предхэллоуинское видео, поэтому оно будет просто на тему хэллоуинского макияжа, да. Будет такой легкий, красивый грим с использованием обычной косметики, без какой-то темы, то есть не привязываясь к какому-то персонажу. Просто красиво и ярко на тему Хэллоуина. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем лайками это видео как аванс. И, конечно же, подписываемся на мой канал. Скотчик разный, но это не влияет на то, что будет дальше. А дальше будут черные, густые, толстые, размашистые стрелочки. Вот таким вот жидким лайнером, жидкой подводкой от Vivienne Sabo. Что-то прям кошачье появляется в моем образе. Да, дополняет ободочек. И пока жидкая подводка подсыхает, ей нужно дать немножко времени, предлагаю пройтись внутреннюю часть глаза сверху и снизу, именно внутреннюю часть, черным карандашом. Снимаем этот скотчик. Оп, ровно, второй тоже. Ровно, если есть какие-то ляпки-тяпки, их подравниваем в одно касание ватной палочкой. Макияж глаз все-таки в этом видео самый простой, поэтому украшу его вот этими ресничками от Huda Beauty, Huda 23, при помощи вот такого аппликатора, безумно просто и удобно. И вот такого белого при нанесении и прозрачного при высыхании без латексного клея. Клей на моих накладных ресничках плавно подсыхает и постепенно будет становиться из беленького прозрачненький. Предлагаю перейти к хэллоуинской части образа, а именно черным матовым теням. Черные матовые тени я буду использовать из вот этой палеточки под названием «Эйфория» от марки Revolution London. Обзор на эту самую бюджетную и очень качественную палеточку я уже записывала и по традиции оставлю в описании под этим видео. Заглядывайте, честные сводчики, честный обзорчик, все как оно есть. И, пожалуй, вот этот черный матовый цвет, тут большой объем, я нанесу какой-нибудь максимально широкой кисточкой по линии скул. Я что-то делаю, а потом думаю, зачем я это делаю. Но главный результат в итоге будет очень нарядненько. Я надеюсь, я верю в это. Двигаемся дальше. Мы приводим вот это вот все украшательство черным цветом в порядок и в форму. А как мы это делаем? Мы берем ватную палочку, капельку кокосового масла, макаем одно в другое и выводим четкую форму. Даже если где-то неровно, это все-таки хэллоуинский образ, он допускает какие-то отхождения вправо, влево, вверх и вниз. Берем тени, текстуры, металлик, желательно красного цвета. Я в своем случае возьму первую свою любимейшую палеточку от Huda Beauty Rose Gold, первое издание. И вот эти вот красненькие металлические тени нанесу в уголки пальчиком. Thank you.
рисуем красные слезки. Я их буду рисовать несколько этапов. В принципе, если у вас сильный аквагрим или сильный грим, можно использовать его, это упростит несколько этапов. Но как буду делать слезки я? Я сначала белым аквагримом и вот этой кисточкой для рисования нарисую слезки, пройду их красным пигментиком. Беру вот такую палеточку Shine Bombita от 7 Days. Если нет этой палеточки, красные блестки можно достать где угодно. К счастью, ассортимент сейчас велик. И вот эти вот красненькие блесточки вот этой узенькой кисточкой нанесу на территорию вот этих вот слезок. Довершу я весь этот кровавый металлический игривый образ вот такой вот черно-серой металлической помадой от Bronx Cosmetics. Прикольно, ярко и по-хэллоуински. Яркие фотографии и яркие эмоции на вечеринке просто обеспечены. Лично мне эта идея нравится, эта идея достойна жить. Как вам этот образ? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео, мне будет крайне интересно об этом узнать. Всем спасибо за ваш просмотр, не забываем поддерживать мой яркий креатив перед Хэллоуином. Большими пальцами вверх, для меня это лучшая награда и лучший стимул стараться чаще, больше и лучше. Поэтому большой палец вверх, подписка на мой канал и не забываем про колокольчик. Ну а вам хочу пожелать крепкого здоровья, отличного, яркого, яркого, пугающего, ну или не просто пугающего, а просто радостного осеннего настроения, крепкого здоровья и только позитивных бьюти-эмоций. Всех люблю, всех целую, с вами была я, Пуспинг. Но мне лично образ понравился, он достоин существовать в моей вселенной. Да. Всех люблю, всех целую, до скорых встреч!